Экология и здоровье человека на севере станет темой 8-го национального конгресса в Якутске. В этом году он приурочен к 60-летию медицинского института СВФУ. Гостями конгресса стали ведущие психиатры, экологи, врачи, профессоры, ученые не только со всей России, но и Канады. Особое внимание они уделят последним достижениям в области диагностики, лечения и профилактики основных заболеваний человека. Будут обсуждены вопросы доступности врачебной помощи и использования современных медицинских технологий. Работа национального конгресса продлится 3 дня. По его итогам будет принята резолюция. Мы планируем много различных научно-практических конференций, симпозиумов, круглых столов. У нас будут мастер-классы, у нас будут проводиться всевозможные олимпиады. То есть будут различные формы обмена знаниями, обмена опытом, начиная с маститых профессоров, кончая аспирантами и студентами.